Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. Здравствуйте, ребятишки! С вами Рирс, и мы продолжаем играть в Сабнотику. Такие дела. На чем мы остановились в прошлой серии? В прошлой серии мы, как обычно, собирали рецепты всякие разные, занимались, в общем, исследованием мира, крафтом, строительством и прочим увлекательным ремеслом. Но в этой серии, ребята, я знаю, что мы будем делать. Знаете, почему я это знаю? Потому что я ее записываю второй раз. Первый раз у нас застрял в плавающем, точнее, острове, в подводном, наш мотылек, и я не смог его достать никаким образом вообще. И пришлось, значит, заново загрузиться. Успели мы за это время собрать циклопа, точнее, собрать все рецепты на циклопа, нашли мы последний рецепт, собрать стазис-пушку, и сейчас попробуем это, ребята, восстановить. Но для начала парочка приятных новостей. Во-первых, это, смотрите, ребята, просто 900 метров глубина у нашего мотылька теперь. Это жесть. Это реально жесть, это нам позволит практически везде побывать на этой карте, в этом замечательном мире. Скрафтилось, значит, вот такое вот улучшение, ребята. Компенсатор давления мотылек Mark 3. И теперь мы сможем погружаться просто хрен знает куда. Насобирала сейчас титана. Давайте его быстренько переплавим. Это нам понадобится для строительства одного реактора. И начнем мы серию именно с этого, ребята. Ну а закончим, конечно же, собиранием оставшихся рецептов на циклопа. Постараемся восстановить то, что мы потеряли в невышедшей серии. Для этого нам нужно переплавить весь титан. У нас его очень много, еще в циклопе лежит половина. Взять с собой маяк, который мы нашли на Авроре. Давайте посмотрим, сейчас можем мы это делать или нет. По-моему, можем. Взять нам нужно будет единственное. Магнетита два штуки. Давайте три даже возьмем. Вот так вот. Что-нибудь пожрать с собой взять? Это обязательно. Давайте посмотрим сначала, можем это делать. Титановый слиток нужен для его строительства, а не титан. А вот на это что? Золото надо, да? Расширяет диапазон передачи энергетических ресурсов. А это что? Так, комплекс сканирования, это мы все крафтили. Какую-то штуку мы там одну не сделали. Ну да ладно, давайте тогда. Что нам нужно? Титановый слиток? Сделаем один. В общем, хочу сделать энергоисточник, который работает от тепла. Это тепло мы знаем, где находится, поэтому будет все нормально с этим делом. Сделается термоклинок. Оказывается, можно из поломанных мечей, из ножей, тоже делать полезные штуки. Возьмем все золото, которое у нас есть. Выложим кварц оставшийся. Кристалл соли. Ах, не знаю даже. Остальное все оставим, наверное. Давайте посмотрим, сколько нужно на титан и золото. Окей. Я думаю, столько нам хватит ресурсов. Теперь нам нужно взять вот такую штуку. Сигнал. Называется. Одеть вместо чипа сигнал. И посмотреть, куда он показывает. Ну, вообще неподалеку, ребят. Вообще прям впритык. Так, мотылька пока трогать не будем внутри, что у него там находится. Пускай это будет так, как будет. И в какую сторону надо плыть. Ну, я же говорил, что это здесь. Я просто в прошлой серии не смог это найти место без, без маяка. Потому что, пипец, запарился здесь плавать, честно. Все по кругу просто оплавал, так и не нашел.
тоже то, чего искал, так сказать. А все казалось гораздо проще. Вот она. Вот кусок Авроры. И здесь пещера находится. Сейчас мы опустимся, ребята, на самое-самое днище этой пещеры замечательной. Помните, в одной из там из первых и старых серий мы сюда отправились? Кстати, надо будет сплавать на Аврору потом еще разок. И посмотреть, что там происходит. Так, ладно, куда-то нам надо направиться. По-моему, вот здесь вот горячий источник. Вот я его вижу, уже бурлит, уже светится там внутри. Отлично. Отлично, просто мотылек меня радует, ребята. Надеюсь, не продамажит нас нисколечко. Нет, вроде отлично. Давайте строить теплореактор. Ну, он что-то передает. Что я могу сказать? Нужно нам повыше его вытянуть. Попробовать. Каким-то образом чудесным. Так, отсюда, по-моему, уже ничего не передает, да? Вот отсюда будет передавать? Твою мать, передавай. Ну, откуда ты можешь-то? Так. Окей. Ладно, один сюда воткнем. Еще один такой же ставим. Так, 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 так. На нас жуки там нападают какие-то нехорошие. И на максималочку просто его отдаляем. Насколько это возможно вообще? А возможно это намного. Я погляжу. Вообще на гигантские расстояния. Лол. Так, а если мы вот так вот, да, на гигантские расстояния, реально. Вообще крутая тема. Так, ладно, берем мотылька тогда. И попытаемся до базы сейчас это все дотянуть. Да все. Да блин, ну я потратил энергоячейку сейчас. Вот так по-тупому, серьезно. Ну, как же это тупо сделали, это просто пипец. Так, нам нужно куда-то сюда вот выплыть. Давайте. Так, вот здесь передает. А вот здесь уже нет. Ставим сюда. Уговорили. Передает. Окей. Следующая пошла. Вот сюда наверх. Куда-нибудь сейчас мы ее воткнем. Так, ладно. Без мотылька это будет сделать сложно. Блин, так не по себе перезаписываться. Я вообще не люблю это дело, ребят. Я вам столько всего высказал уже. Так классно было, а тут приходится рожать. Рожать из себя какую-то идею. А там прям все так по наитию шло, прям отличненько. Ну ничего, говно случается. Главное не расстраиваться. Так, ладно, выплыли отсюда. Да хорош ты, а, ну серьезно. Ну не смешно уже, ни капельки. Вот поставим вот сюда вот. Не передает, сука. Так не передает тоже. Я же вижу, что не передаешь. Сюда вот. Сколько у нас золота еще осталось? О-о-о-о. До самой базы хватит. Вот сюда вот давай. Не хочет. А вот сюда. Куда-нибудь. Не? Серьезно? Во. Так, ну тогда как сделать придется? Вот сюда втыкать, что ли? В днище? Давайте в днище воткнем ее. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим. Блин, надеюсь, сейчас проканает.
принципе, должно. Так. Все. Диспредел. Отлично. И последнее уже на выходе идет. И таким вот образом мы до дома дойдем. Ой-ой-ой-ой-ушки. Ой-ой-ой-ушки, давай быстрее. Все. Разворачиваемся. И смотрим. Долго восстанавливается, долго. Твою мать. Передается, что ли? Нихера себе. Так, какую сторону наш дом? Вот туда. Нам тогда вот сюда вот тебе надо передавать. Ну давай вот сюда тогда тебя воткнем. Уболтал. Так, и в сторону дома потихонечку поплывем. Где-нибудь вот тут затащим один. Еще может? Может, дальше плывем, значит. Вот пока не перестанет действовать. Так. О, какому-то к тому зацепился, да? Это тот же самый, по-моему. Хрен с ним, давайте здесь. Все, садимся обратно в телегу. Вот так. Отлично. Далековато база-то у нас. И где-нибудь вот тут его втыкаем. Доставать будешь? Конечно же нет. А вот здесь уже будешь. Еще один. Power restored. All primary systems online. Угу. Вот сюда запитывается он, да? Туда не хочет передаваться, представляете? Да ты издеваешься, а? Ну вот сюда я хочу тебя перетянуть. Золото надо. Ой, ладно, вот и пригодилось золотишко. Погнали за золотом. Все, золото сейчас соберем, что у нас есть. 3. Золото у нас сейчас дохерища будет, можно не заморачиваться. И весь титан у нас прошел. Пошел на вот это вот дело. Кстати, а, не сохранилась эта штука. Я вот здесь строил капсулу одну. Ой, хорошо, что не сохранилась, потому что там не подходит это дело. Во! И сколько у нас энергии-то теперь на базе на этой? 400, серьезно? Здесь 375. 325 здесь. 400. Не, он работает вроде. Так, я не понял. Он как-то через раз, видимо, работает, да, теперь, зараза? Ну-ка, а что будет, если мы вот эту штуку разберем? Будет бабуйня.
Все работает. Отлично. Отличненько. Давайте мотылек поставим, пускай он починится, зарегенится. Все как надо с ним будет, а мы сами покушаем пока в этот момент. Покушаем, захилимся. У нас есть хилки еще, интересно? Конечно, нет. А, нет, есть одна. Отлично. Все сюда выкладываем. Короче, она сейчас будет через раз нам голову парить, я думаю. Я угадал? Думаю, что угадал. Хм. Она постоянно, смотрите, отключается, берет. Короче, ребята, я понял. Я понял, я не тупой. Все, я понял. Сейчас мы тут разберем херню. И все. Вот это разбираем. Вот это разбираем. Так, вот эту штуку надо тоже разобрать. Потом новую поставим, что. Или сейчас за кадром это сделаем. Семена потом сюда насадим. Интересных. Все, голову она нам больше не будет компенсировать. Давайте посадим ее тогда куда-нибудь вот сюда. Все это дело. Фундамент поставим сейчас один сюда, другой, третий. Сюда раз. Еще один. Вот так вот. Давай. И все. И здесь будут грядочки. Круто, весело и обалденно. Как мы любим, ребята. Как мы вашу мать любим. Ну, грядочками займемся уже попозже. Все отсюда выгрузим и погнали под воду глубоко и надолго. На циклоп нам надо, ребята, знаете что? Нам нужно 5 зубов сталкера, чтобы сделать там стекло. И 5 лития. Все это мы будем собирать в той же самой пещере, куда и ставили генератор вот этот вот. Дженерейта. Погнали, чё? По-быстрому туда сплаваем. Давай, садись. Вук. Погнали. Ну, вот это вот мне нравится. Вот такие вот всякие передатчики энергии. Интересно выглядит. Интересно. Круто сделано. Так, инвентарь у нас пустой. Насобираем сейчас кучу всего здесь. Также полностью исследуем эту поверхность, хотел сказать, пещеру. И посмотрим, какие рецепты ждут нас здесь. Затем мы отправимся, ребята, в другой биом. Время у нас еще есть. Еще сможем посетить соседние просторы. Отправимся сразу вот в эту сторону. В той стороне я вроде как был, а вот здесь мы еще не были. Здесь всего лишь 200 метров под водой. И нужно искать нам сталактиты вот эти. Образования на земле. И с этих образований собирать уже ништячки. Вот они, родимые. Вот они. Их тут дохренище, золото. Ой, это что за черт такой? Литий. Один есть. Нужно нам таких 5 штук. М-м-м.
Два. Три. И очень много титана нам надо на это дело. Магнетит возьмем. Пригодится в будущем, я думаю. Да ты издеваешься. Пипец, хилился, чтобы потом от своего же корабля издохнуть. Ну вот это поворот событий просто. Рот того монаха какой поворот. Ладно, короче. Опа. Хо-хо-хо. Тебе что надо, друг? Что-то ты, по-моему, недружелюбный, да, ни хрена? Со-со, Павиашвили сделал. Вали отсюда, Алёшка. Алёша, уплывай. Так, ладно, чиним. Червякан-то опасный. Так, вроде что-то он пытается сделать, да, но у него ничего не получается. Оп, быстро валим. Да заплывай ты. А, он не хочет сюда заплывать, окей. Сюда-то можешь? Ну, хоть куда-нибудь. Она вроде работает еще, да? База эта. А, вот зайти, где можно. О, каюшки. Ай. Вот бабуйня. Ну, такой подставы я не ожидал, если честно вам сказать. Что там будут эти вот жучки-паучки, которые нас вот так вот пошлют. Берем термомеч. И с этим термомечом попробуем что-нибудь сделать. Хотя нет, лучше без термомеча это делать. Потому что нам нужно, во-первых, очень быстро сесть в капсулу. Ну, база прикольная здесь. Это, видимо, те ребята, которые жили на том острове. Они же искали себе место. Ну, то есть, они хотели уйти в подводу. И, видимо, здесь вот решили обосноваться. Так, этот червякан пока нас не видит. Все окей. Что будем делать с медузой с этой? Попробуем как-нибудь поплавать здесь, да? Я понял, это типа такой интерактивчик. Не попадись, медуза называется. И будет тебе счастье. КПКшку нашел. Потом мы дружненько почитаем всю эту историю. Я вам, скорее всего, расскажу краткий вариант. Краткий пересказ, так сказать. Что здесь у вас, ребятки? Еще КПКшечка. Так, еще одна. И закупоренный выход. Осторожно.
Там вроде ничего нету. Сука. Взял и клоцнулся просто. Так, давайте почитаем. Мы тут не можем пользоваться, да, этой штукой. Нам надо в любом случае на базу. Но нам надо в любом случае лити собирать еще. Потому что мы же просрали все. Мы же красавцы. А красавцы любят все просирать. Иди, червяк. Ты слишком какой-то злой и недружелюбный. Он мне чуть в душу не залез. А ну его нахер, короче. Дружище. Нам с тобой не по пути, по-моему. Оп, лети. Оп, золото. Оп, валим. Валим дальше. А чё, неплохо получается. Так, окей, одну тайну мы открыли. Нашли еще поселение. Еще лети. Два есть, еще три надо. А лучше пособирать с запасом. Всего этого добра. И магнетита, и не магнетита. Опачки. А вот чего-чего от лития у нас точно нету дома. Я проверял. Такого добра нет. Жестко, конечно, жестко. Так, мы это все сканировали. Сканировали, сканировали, да не высканировали. Блин. Вот сюда дальше мы не летали. Не плавали, точнее. Вот в этом месте мы не были, ребята. Опять золотишко. Хорошее место для базы, кстати, если б не тот червяк. В случае. А лития, напоминаю, нам нужно тонну. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, как раз пять. Шесть. Уже получше. Давайте вот это вот следуем место. Может, тут чего найдем интересного. Золотишко, например. У мотылька пока энергия есть, все нормально. Жесть. Вот это реально жесть. Воу-воу-воу-воу-воу. Червякан здесь тоже обитает. Ты посмотри-ка на него, а. Какой заморыш. Сука, ты что так пугаешь-то? Пошел в жопу. Ну нахер, я валю. Вы как хотите, а я валю, пожалуй, отсюда. Да, это все, это тупик получается. Отсюда не выплыть теперь. Так, ладно, это мы исследовали. Теперь нужно нам выбираться отсюда.
на базу выложить литий весь. Ну вот здесь еще пособираем. Последний кусочек магнетита и лития. И отправляемся потихоньку наверх. Сейчас только найду координаты. Вот. И где-то здесь надо всплывать. Caution. Calorie deficiency detected. Ну, он говорит, что колонию нашел, видимо, да? Фух, вот он, выход. Это, по-моему, не тот выход, кстати. Какой-то другой. Да, в каком-то другом месте я вообще выбрался. Так, здесь мы были. Все, я обшмонали. Окей, все, валим на базу. Так, ребята, мы на базе заелись, запились, скрафтили 3 таких штуки, нужно таких 5. Давайте все это дело сложим вот сюда пока что, вместе с литием. Остальное сложим вот сюда. Ну, не густо здесь получилось сложить. Остальное вот сюда. Ну и вот сюда. Да ты, сука, что ж ты будешь делать-то? Все забито, все. Просто все. Так, нужен нам, значит, шкаф еще один. Титан у нас, потому что всего 4 штучки. Давайте сделаем, хрен с ним. Где-то я еще видел стекло. Скрафтим здоровелый шкаф. Шкаф вот такой вот. Все. Делаем. Фух. Отлично. Так, все на месте вроде. Надо захилиться еще. Одну схаваем сейчас. Одну оставим. И погнали. До того самого чудесного места. Помнить бы еще куда. Куда тут в эту степь я плавал? По-моему. Включим огни и отправимся вперед. В неизведанные дали. Может быть, сейчас найдем какой-нибудь другой биом. Я просто плыву вот так вот на конец карты. И опускаюсь на днище потихоньку. Энергии у нас есть? Есть. Слотов до хренища, до хренища. Почему бы не сплавать, да ведь? Да ведь. Удобно, да? Сам спросил, сам ответил. Так, здесь мы были? Были. Вот эта здоровенная херня такая плавает. Хорошо, что она не агрессивная. Их еще и несколько. Ох, рыба-убийца, самоубийца. Вот сюда. Так, вот здесь мы не были, это точно. Такой скалистый биом. Интересно даже будет посмотреть, что здесь за приколы нас ждут. Нам нужно барьер 2 соточки преодолеть, чтобы нормально что-то лутануть здесь. Вот здесь, допустим, мы уже не были. Вот здесь есть какие-то рецепты. И можно плавать и собирать их.
Жаль, что в той пещере не было никаких рецептов, которые мы были. Да и здесь, походу, тоже ничего не будет. Ой, жесть. Так, здесь кварц собирается. А, на стенках что висит, интересно? Свинец. Титан, ясненько. Нам нужны кристаллы. Так что нам... по-любому нужен будет тот биом с плавающими островами. С подводными плавающими островами. Так, 300 метров мы опустились. Вот какой-то интересный биом. Видимо, кварцевый, да? Офигеть, здесь кварцы. Перо Гейба. Маслянистая водоросль нужна будет. По-моему, мы такую садили, если не ошибаюсь. Давайте возьмем. Вот так, две штуки. Посадим одну, а одну положим в ящичек. Да, будет проблематично найти теперь то, что мы потеряли в прошлой серии. В невышедшей. Зато тут может быть что-нибудь интересное в этих штуках. О, алмазы. Так, ядерного генератора фрагмент. Реактора, точнее. А он может нам пригодиться, кстати. Я на что-то такое наткнулся. Вот оно, по-моему. То, что мы еще не открывали. Золото. Ой. Вот кварц нам точно не нужен сейчас. Вот эта штука нам тоже не нужна. Кристалл Нацтурна. Или как-то так. А вот эта штука нам понадобится. 5 золота. Где алмазики мои? Я хочу сделать алмазный клинок. Тут одно золото, походу, падает. Ладненько. Ищем просто фрагменты. Ни на что не отвлекаемся, ребята. Просто немножечко фрагментов найдем. О, жесть. Вот где-где, а здесь я точно еще не был. На 600 метров мы не опускались под воду. И даже здесь есть обломки. И не только обломки, твою мать, еще и фрагментики. Компенсатор давления циклопа. То есть мы настолько глубоко заплыли, что уже какой-то апгрейд для циклопа делаем. Хотя самого циклопа у нас еще даже нет. Кстати, нужно скоро его будет ставить. И ставить новую базу, ребята.
Ну, я понял, что это за компенсатор давления. Это то же самое, что и у мотылька. Нам осталось собрать для циклопа только двигатель. И циклоп у нас будет уже почти готов. Останется его построить. Построить это дело. Такое, быстрое. Ну и чё? Куда-то мы прям погружаемся и погружаемся, ребята. Это, видимо, еще недоработанная локация, да? Походу, да, здесь ничего вообще нету. Значит, нам обратно. Давайте, наверное, закончим на этом серию. Я дособираю компенсатор давления тогда. И в следующей серии мы уже отправимся вдруг в глубокие, приглубокие дали. Ну, там будет немножко помельче, чем здесь. Не знаю вообще, есть какие-то биомы ниже, чем сейчас нам доступны. Узнаем это, ребята, в скором будущем. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо за лайки, за репосты, за ваши. С вами был Рирс. Всем счастливо. Всем пока. У вас есть свой проект, который очень медленно набирает популярность? Тогда я готов вам помочь. Самые низкие цены, высокое качество и большой спектр услуг. Ссылка в описании.